На территории творчества в рамках деятельности инклюзивной творческой лаборатории состоялся один из самых масштабных и социально значимых проектов 47-го творческого сезона Дворца культуры «Пролетарка». Второй областной детско-юношеский вокальный конкурс «Песня как мир без границ», посвященный Всемирному дню голоса. Его участниками стали 93 юных и талантливых вокалиста Верхневолжья в возрасте от 6 до 17 лет из детских учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Все они достойно представили свой район, а в состав жюри вошли известные деятели культуры. По их мнению, было важно поддержать каждого участника и дать возможность почувствовать себя творческой личностью. Завершилось мероприятие церемонии награждения победителей.